FM. Добрый день, а у нас радостное событие. У всех, у всей страны. Дело в том, что мы узнали буквально вот только-только, что любимый всеми Юра Шатунов стал во второй раз папой. У него родилась дочка, и мы решили лично его поздравить. Алло, Юра, доброе утро! Доброе утро! Поздравляем! Поздравляем от всех-всех, от себя, от фанатов и от фанаток. Как ощущение у дважды отца? Ответственности больше и радости безмерно. Ну, а ее старший брат как рад, что он теперь старший, что он теперь брат? Он безумно рад, на самом деле, потому что он очень-очень долго ее ждал. Он все ходил, мамин животик гладил, целовал и все спрашивал, когда же уже, когда же, когда же. И, наконец-таки, вот вчера это случилось. И когда я приехал за ним в школу, я говорю: «Денька, теперь у тебя есть сестричка». Он такой как заорал на весь класс. Просто от счастья. Там все дети перепугались, а потом все, конечно же, порадовались. Юр, ты какой-то подозрительно трезвый. Это не по-нашему. Нормально. Вообще-то мне сейчас ребенка в школу вести, дорогие мои. Поэтому я и трезвый. Понятно. Но надеемся, что все там у вас будет дальше нормально. Поздравляем от души. Действительно очень рады. Но это не повод останавливаться. Двигаться дальше. Теперь они вдвоем. Ну, время покажет, вы знаете, такие вещи, они случаются действительно. Вы имя-то придумали для дочки уже? Конечно, имя придумали, и придумали какое достаточно необычное, но в то же время и красивое. Эстелла ее зовут. Вау, красиво. Супер. Эстелла Юрьевна, маленькие женихи, запоминайте. Юра, поздравляем, пускай растет здоровый и счастливый, и пусть у вас в семье все будет хорошо. Напоминаю, я постараюсь, чтобы все было замечательно. Здоровья вам. Да. Спасибо, Юра.